Всем огромный привет! Сегодня небольшой обзорчик с магазина. Значит, мы сейчас ходили в магазин, купили продукты в основном на пиццу. Оставили его 25 евро в магазин Aldi. И давайте посмотрим, что мы здесь купили. Купили мюсли. Просто залить молочком, очень вкусные, детям нравится, с орешками. Под сахар. Для пиццы мы купили майонез. Я его пополам делаю со сметанкой. Такие вот 30% сметанка. Потом купили, значит, вот такие вот, такую кукурузку. Я думала, она будет сладкая, но она оказалась кислая. Детям понравилось, а я вот одну съела, и то еле-еле прям доела. Мне она не понравилась. Также мы купили колбаски разные. Взяла вот такую вот крупу, кукурузка, кашку детям варить. Также взяла готовое тесто. Мне оно очень нравится. Я его беру постоянно. Сама не делаю, потому что не получается, да и не заморачиваюсь. Я купила готовое. Как раз два теста у нас за раз уходят. Так, что мы еще взяли? Детям взяла, мармеладки. Вот, мы же на пиццу пошли покупать продукты. Ой, Маркус пробил вот такую вот пиццу. Попросила не нажимать кнопочки, но он нажал. Вышла вот такая пицца. Вот, значит, мы ее тоже первый раз взяли. Такое вот тесто здесь. И начинка там такая. Ну, сейчас подогреем, пусть кушают теперь. Пока буду готовить свою пиццу. Так, хорошо. Дальше взяли мы кусочек мяса. Это по акции была свинина. Такая вот. Взяли также помидорки. Ну, немножко помидор. Вот, и взяли мороженку, мы уже ее вскрыли, коробочку такую вот. А здесь вот эти вот мини-маленькие мороженки. Сколько их там? 12 штучек. Такие вот, прям, знаете, вот ребенку за раз хорошо дать, вот, чтобы он поел. Потому что обычно брать большие, но они большие, да, и ребенок сидит и долго ест. А это прям такие хорошенькие. Ну, вот смотрите, вот такие вот маленькие. Там то, что надо на раз. Вот так, что мы еще взяли? Все, все, что мы взяли сегодня. Вот такие у нас вышли покупочки на 25 евро. Не знаю, мало или много это. Но мы так по-быренькому, потому что у нас на пицце не было помидорчиков, да, тесто вот такое основное, майонез, сметанки. Вот, так что, мои хорошие, на этом все. Всем пока-пока.